Салют, дамы и господа, приветствую, котаны и кошечки. Вы на канале мужских увлечений, с вами я, Олег Гром. Сегодня в рубрике «Электроника и все прочее» у нас просто-напросто очешуенная посылка пришла. Это удлинители, это тройники по-нашему. Вот такой вот мега-набор, просто шикарнейший, просто гигантский набор. Это, значит, удлинитель с выносным блоком беспроводного включения-выключения. Незаменимая вещь для всех тех, кому лень вставать с кроватки, чтобы выключить свой торшер, который, например, на другом конце комнаты находится, или телевизор отключить, питание полностью обесточить все. Блински классная штука. Еще один такой же, точно такой же, только просто в виде тройника. Тоже чумовая вещь. Далее это удлинитель, который можно прикрепить, опять же таки, ну, то есть это тоже можно прикрепить, но, к сожалению, здесь только вот одно место будет занято вот таким вот, такой вот кнопкой. Здесь же все места свободные, все отверстия. Знаете, вот как раньше, в старые добрые времена, такие были удлинители и тройники, которые втыкаешь, и в них все остальное. Вот они. Делается это все... Нет, естественно, это делается в Китае, но компания сама откуда-то с северных фьордов прибывшая. Откуда же она откуда? Если я не ошибаюсь, по-моему, это все делает Нидерланды. То есть они, по-моему, начали, разработали, придумали, чего и как. Производится, естественно, в Китае, но на европейский рынок. Выглядит все очень шикарно. Давайте сейчас раскроем, проверим. Ну, в общем, все это, что мы очень любим. И да, хочется выразить, конечно же, огромную благодарность самой компании Allocaico. И, естественно, русскоязычному представительству здесь, в России. Это вот официальный магазин, ссылочка на него и будет. Там все эти штуки и много еще других штук. Это далеко не все. Вот, будут все там. Переходите, смотрите, выбирайте. Мы сейчас будем смотреть, все это раскрывать. В общем, ох, тройники! Сила! Хорошо! Поехали! В общем, вот они, красавцы. Как они ко мне попали, скажете? Как же? В общем, компания Allocaico просто написала моему менеджеру, и дальше уже человеки пообщались друг с другом, покоммуницировали. Вот, а уж я, когда увидел такие прикольные штуки, конечно же, я согласился, потому что это круто вообще, это просто невероятно круто, обожаю такие вещи, они очень дизайнерские, я надеюсь, очень качественные, но обо всем по порядку, даже не знаю, с чего начать. Это два крутых девайса с вынесенным ремоут-управлением, которое работает без батареек, абсолютно без батареек, и я, скорее всего, думаю, что там стоит что-то вроде пьезоэлемента, как на зажигалках, которого достаточно для того, чтобы, ну, то есть энергия, которого достаточно для того, чтобы передать сигнал и включить либо выключить, собственно, этот куб. Power куб, да, вот так они называются, а мы их называем тройниками. Они Power куб. Так, давайте эти немножечко позже, давайте начнем с зеленый свет, как говорится, дадим. Так, что на коробке-то? Что на коробке? Power Cube Original, вот он самый что ни на есть тройник. Я так понимаю, что вилки здесь меняются разные, есть даже съемные, в общем, их там дофига и больше под любую страну, видимо, и так далее. 16 ампер максимум, 250 вольт, Здесь вот на разных языках, на всех, кроме русского, как, что, где подключить, пожалуйста, вон блоки питания. Опять же, такая ссылочка небольшая, типа, вот, не получается воткнуть блок питания в удлинитель, а это часто бывает не получается, но я вам рассказывал про удлинители, у которых это получается, посмотрите обязательно. Но вот есть такие, у которых не получается, таких большинство, вот, типа, вот, а здесь все получится. Блин, все, хочу открыть, понимаете, вот оно, уже потрогать можно. Заразы ж, сделали так вкусно. Прям как хочется прям открыть, как будто там, я не знаю, вкуснейшее зеленое яблоко находится внутри. А как же открыть, чтобы ничего не сломать-то? Так, вроде бы вот так. Нет, не так. Как? Черт возьми. Воспользуемся другими европейскими технологиями. Так, куда? Чего? Куда тянуть-то? Не могу, сил нет. Уже хочу открыть-то. Господи, о, открывается, смотри. Я так думаю, что если я открою, я потом назад его точно так же не соберу. Это 100%, наверное. Так, открывается. Хо-хо-хо. Красавчик, иди сюда.
Так, а дальше там ничего и нет. Собственно, а, нет, есть еще вон внутри инструкции какие-то. Чуть вас не обманул, оказывается. Господи, я просто, сейчас у меня экстаз будет. Ну да, как я соскучился по вот этому всему. Боже мой. Да, вот таким должен быть дизайн. Вот это правильно. Ох, молодцы. Жалко, русскоговорящие школы дизайна безвозвратно умерли. Я имею в виду технического такого вот дизайна, промышленного и прочего. К сожалению, все скатилось в кич беспонтовый. А здесь, вашу Машу, здесь все прекрасно. Учитесь, учитесь. Так, ну что? Довольно прикольная штука. Давайте взвесим, уж раз мы ее достали. Давайте посмотрим, что нам скажут волшебные весы дядюшки Метатрона. 188 грамм, говорят волшебные весы. Окей. Я думаю, остальные взвешивать смысла нет. Примерные габариты мы узнали. Приятный на ощупь пластик. Чертовски приятный. Прям-то елки-палки. Здесь надпись, кнопок никаких нет. Итого мы подключаем в одну розетку, заземление имеется. И здесь тоже все как надо. А получаем 4-5 выходов. Стороны у куба. А так как это куб, можно показать только одну сторону, а дальше уже все понятно. Около 8 сантиметров. Около 8. 7,7, где-то так. В общем, примерно вы поняли. С этой стороны что написано? То, что они выиграли награду Red Dot Award, или как-то так. Опять же, все технические характеристики, все патенты, все, что там разрешено, стандарты всякие, прочее, прочее, прочее. Как же его разобрать-то? Наверное, как-то он же разбирается. Я пока не хочу его разбирать, вот в чем дело. То есть я понимаю, что он разбирается, где-то должен разбираться, как кубик-рубик вращаешь его, где-то должен разбираться. Это реально просто розетки какие-то мощные такие, блин, кайф. Вот черт возьми, как они так сделали, вот его прям крутишь в руках, он классный. Ладно, оставим его в покое пока, давайте открывать большой, этот с удлинителем и USB гнездами. Бывает без USB гнезд, бывает с USB гнездами, сейчас тут два выхода USB. Но так ли они нужны, вопрос лично для меня несколько такой, риторический. То есть сейчас USB этого везде полным-полно, и так ли он нужен еще и занимать одну сторону, ну не знаю. О, пошла жара. Так, все, здесь больше ничего нет. Здесь опять же. Блин, господи, это просто шикарно. Вот так и надо располагать надписи, инструкции. Показано, как чего куда включать, различные типы розеток. Ну вот, пожалуйста, подключайте iPhone и заряжайте свой. Совершенно неизвестно, какой там USB по качеству, что для некоторых может быть весьма важно и специфично. Вот. Для этого надо будет разобрать. Но это явно не сейчас. То есть, если что-то с USB пойдет не так, тогда я разберу. А если все нормально, то я и трогать не буду. Придерживаюсь этой схемы, потому что в жизни так хватает различных вещей, которыми нужно заниматься. Зачем себе еще придумывать какие-то сложности? Блин, эта вещь, просто ее не хочется с ней ничего как бы ломать, ничего не хочется разбирать. Просто хочется брать и пользоваться. Мягкий шнур. Так, длина разная, я так понимаю, это у меня сколько? 1.5 метра, наверное. Может быть, и длиннее есть. Я вот не посмотрел на упаковке. А вы, может быть, и видели. Сейчас я примерно прикину, сколько здесь. Ну, может быть, 1.5 метра, наверное. Честно говоря, не знаю. Может быть, 2. И вот эта вот штука, смотрите. Здесь одна часть уже, что ли, висела или как? Наверное, как-то так ее надо располагать. Как-то ее надо располагать. Для этого нужно просто посмотреть на инструкцию. Потому что здесь все нарисовано. Как, чего, где располагать. А, вот так вот. Две
две наклейки, располагаем и приклеиваем к тому месту, где будет располагаться розетка. То есть этот удлинитель можно еще плюс прицепить к чему-нибудь. И снять, и прицепить назад. Вот, одел, все. Он у тебя висит, развернул его, все. Никуда он не выпадет. Хотите под стол? Хотите на полочку сверху? Где хотите? Не обязательно с этой стороны, можно с этой сделать. Но с любой оденется вот эта штучка на любую сторону. Блин, все гениально просто. Как же молодцы, короче. Ну ладно, давайте сразу же включим. Тут смотрите, какая штука еще идет, тоже очень немаловажная. Где надо шнур, например, там будет с изгибом или просто закрепить, если он длинный, сразу одетая такая вот хренька. Прикрутите, либо гвоздичка забьете, либо шурупчиком. Сейчас я включу просто-напросто это в сеть. Так, включил, индикации никакой нет. А чё я ожидал-то, господи. А, давайте проверим USB. USB работает. Что первый слот, что второй слот. Так, сколько он там будет отдавать на USB? Господи, совершенно не важно. Ну, лично мне. Давай посмотрим, сколько здесь он отдает. 2 USB, максимум 2,1 ампер, 5 вольт. То есть, видимо, 2,1 на оба слота, либо на каждый. Да и к чертям, это совершенно не важно. Это не USB зарядник, это крутой удлинитель, который, блин, можно офигенно разместить где угодно. Они одинаковые, смотрите, абсолютно. Они вот просто, это какой-то лего-конструктор для электрика. Я не знаю, просто шикарно. Можно огромные стеки из них делать. Вот сюда хочется, конечно. Но окей, есть USB и есть. Пускай будет. Теперь интересная штука. Вот. Нет, давайте маленькую вначале откроем. Здесь модуль управления беспроводной. Насколько там дальность, я не знаю, но я думаю, в пределах комнаты норм должно быть. Блин, как тут все круто, а? Как это снимается? Даже упаковку продумали идеально просто. Вот она, кнопочка, можно на нее покликать. Ну-ка. Ну да, вы слышите, четкий щелчок. Скорее всего, там стоит то же самое, что и в зажигалках. О, кнопочка. Сразу, смотрите, идут две приклейки. Вот такие вот. Два скотча. И вот это мне не нравится. Я не хочу, чтобы скотч шел сразу. Почему он сразу приклеен? Я, например, не хочу пользоваться, ну, приклеить ее, чтобы она стала... Вот это вот резиновая вещь. Вообще-то просто или резина, или силикон какой-то, я не знаю. Но я не хочу, чтобы здесь был скотч. А он уже есть. Ну, понятное дело, что это как бы где-то разместил, щелк-щелк. Ладно. Также кнопка на самом непосредственно. Тройники, удлинители. Сейчас его тоже достанем. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Так. Ну, дальше уже привычная инструкция. Привычная инструкция в том дизайне, от которого я сейчас опять буду кипяточком. Нет! Нет инструкции! Вы чё? Ребята! Инструкции-то... Инструкция бумажная. Кто испортил аллокейкок? Эй! Блин! Что это? Я не понял. Вы чё? Всегда ж раньше вот здесь была инструкция. Это было неимоверно круто. Это было правильно. Это экономит место, не тратит бумагу, сохраняет леса. Что здесь? Какой идиот решил сюда это все выносить? Может быть, она слишком большая, конечно? Да нет, я не знаю. Ну, может быть... Причем очень плотная бумага. Я думал, это сдвоенный. Нет. Это действительно просто вот такая вот гармошка. Ну вы чё, ребята, не надо было этого делать. Чёрт возьми, ну вот, я-то уж... Так, что здесь? А, здесь просто обычная такая легенькая кнопочка. Легко нажимается. Вперёд-назад. Так, ну что, давайте проверять. А как мы будем проверять? Как мы будем проверять? Вопрос самый главный и самый-самый главный. Наверное, возьмем лампы для этого.
возьмем одну лампу. У меня просто под рукой больше ничего нет такого этакого. Включим ее. Как она включается-то? Возьмем одну лампу, включаем. Под рукой у меня больше все равно ничего нет. Включаем здесь, ничего не светится. Нажимаем, должно светиться. А, все. Выключаем. Я говорю, выключаем. Как тебя выключить? А, вот. Нажал, подождал. Нажал. Через время или подержать? Раз, два. Ага. О, тут какой-то индикатор, что ли? А, да, индикатор, черт возьми. Смотрите, здесь индикатор. Его так и не видно-то. Раз, два. Хм. Я бы его и не заметил, блин. Вот это да. Хорошо, хочу удаленно нажимать. Видимо, нужно синхронизировать как-то. Наверное, для этого вся инструкция вот эта и существует. Нажмите 5 секунд, подержите. Потом нажмите здесь. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Или включить, потом подержать. Раз, два, три, четыре, пять. Эй, подключайся. Еще раз. Hold 5 секунд и бэклик. Раз, два, три, четыре, пять. Может быть так одновременно. Так, пока что я не могу ничего синхронизировать. Но как-то что-то должно работать. Раз, два, три, четыре, пять. Так, здесь для самых умных есть на русском языке, так что зря я ругался. Оказывается, нормально, что они инструкцию сделали большую. Здесь просто на всех языках похоже, что... Сопряжение. Нажмите и удерживайте кнопку на Power Cube в течение 5 секунд, пока индикатор мигает. Затем отпустите кнопку и нажмите Power Remote один раз. Когда перестанет мигать индикатор, тогда ремоут успешно соединился. Вы можете использовать Power Remote, чтобы включить и выключить Power Cube. Окей. Давайте попробуем. Так... Чтобы начал мигать индикатор. Он мигает у нас? Нет. Я не вижу, чтобы он... Ага, начал мигать. Ну, вот я нажал. Ага, все, похоже, заработало. Хо-хо-хо! Черт возьми, это круто! Вот это невероятно круто, блин! Я уже вижу миллион применений, но самое главное применение какое? Смотрите, вечером вы, например, смотрите свой любимый телевизор или там что-то работаете за ПК или еще что-то. В общем, у вас включено что-то, и вдруг вы решаете прилечь на пару минут. Вы прилегли, и тут оказывается, что совсем уж захотели спать. И нужно вставать, идти все выключать, и это настолько муторно. Теперь же, если подключить все это к Power Cube, достаточно нажать на кнопку и... Все, окей. Дальность, ну я думаю, в пределах видимости там будет все это дело работать. В пределах той же комнаты. Черт, это круто. Это очень круто. Это невероятно круто. Это просто очень шикарно, очень великолепно. 1.5 метра кабель. Точно такой же, только с удлинителем. Открываем. Открываем аккуратно. Так. Я уже, все, мне уже не терпится. Вторая. О! А здесь они сделали как надо. А, ну здесь больше места.
просто-напросто. Поэтому здесь они разместили все как надо. А в маленькой версии просто не хватило бы места здесь все напечатать. Ну, да, возможно. Хорошо. Ладно, зря я поругал их. Инструкция в миниатюрном варианте должна быть, пускай будет. Все то же самое, так же, как и вот в этом удлинителе можно прикрепить к стене. Единственная разница, это, видимо, в том, что... Кнопочка. Сейчас. Мне хочется провести один эксперимент, проверить, как это работать будет или нет. Подключаю его сюда, если вы не против. А, нет, зачем сюда? Ниже. Сюда. Так. И подключаю к нему еще одну лампу. Включено. Так. Одна лампа, вторая лампа. Одна лампа у нас работает по вот этому переключателю. Этот переключатель ни к чему не подключен. Чтобы его включить, необходимо опять же нажать, удерживать, пока не начнет моргать. Ну, пошел моргать. Нажимаем сюда. Все, отработало. Включаем. А, еще лампу включить надо, наверное. Выключаем. Выключаем. А можно ли, интересно, подключить к одному два выключателя? Вот мы включили лампу, удерживаем. Моргает. Нажимаем. Вы поняли фишку? То есть он сейчас включает-выключает как этот выключатель, так и вон ту лампу. То есть если я сейчас эту лампу выключу вообще, то у меня получится два выключателя подсоединены к вот этой лампе, к вот этому Power Cube. Причем один может включать, второй выключать. И также наоборот. Включаю эту лампу. Охренеть! Просто невероятно круто, черт возьми! Вот эта штука! Блин, я не знаю, что вам тут еще добавлять. Это просто шикарно. На какой частоте они работают? Да плевать на какой. Это, блин, это вещь. Это просто вещь. Просто классная вещь. Причем, смотрите, здесь почему-то черненькие наклейки. А, прозрачные, а здесь беленькие были. Ну, окей. Блин, мне так это не хватало. Огромное спасибо компании Allokeycog и также российскому представительству. Вот такие вот офигенные пауэр-кьюбы. Особенно вот эти ремоуты. Это что-то с чем-то awesome, просто шикарно. Всем огромное спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно. Реально крутая штука, просто я уже тут планирую, где я это буду юзать, и это меня очень радует, наконец-то. Вот это вот, ну, блин, это же что-то с чем-то. Это же, понимаете, это можно... Что угодно настроить, как угодно. Это невероятно, просто невероятно. Все на этом. Еще раз огромное всем спасибо. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, здесь всегда разные интересные штуки вот появляются. Чтобы их не пропустить, нажимайте на колокольчик. Там выскочит окошечко и значит оповещение. Ставьте галочку, чтобы вам приходило самому первому. А я на этом прощаюсь с вами. До скорых встреч. Ничего не болей, приятель. Проведи остаток своей жизни с пользой. Пока-пока.